to the female football team of Af Orange Kettle, who's here tonight to present and talk to you about the pictures that you see here and a bit about the continent and the specialities about Africa. And here to talk to you is Annalise, the team captain, and she will talk with the translation as well. Анализ говорит о том, что ее зовут Анализ, она из Намибии, и она очень благодарна за эту выставку, то, что все очень прекрасно, замечательно и красиво. I am captain of African Stars, our coach Andre is here with us, and we played for a while now. I love football very much since I was a kid. We used to play outside in the street, and I'm so grateful. Анализ капитан команды African Stars. Она также является частично тренером этой команды. Играет уже очень-очень давно, практически с самых зеленых в футбол. И играет в Москве тоже достаточно давно. Очень любит это дело. Все девчонки наслаждаются, когда играют в футбол. И не могут дождаться следующей сессии, чтобы снова начать играть. Yeah, and I'm a girl that I play soccer, it's very interesting. So, about Namibia, I'm African, but I don't really look like it. I'm mixed from black and white. Not being straight, but a few generations back. Annalise говорит, что она из Намибии, но как вы могли, может быть, тоже заметить, что она не очень выглядит как африканка. И она также говорит, что она это был микс, но микс был достаточно давно, то есть как бы не прямой микс, не африканец и европеец, а много-много веков, скорее всего, назад. And my tribe is Basque, and the language I speak is Afrikaans. Племя, из которого происходит Annalise, называется Basque. И язык, на котором они говорят, называется африканец. Африканец is a mix of German, Dutch, and африканец — это микс языков немецкого, Deutsch и нескольких еще европейских языков. I saw a weird connection with someone when we came to Moscow in Frankfurt. I was speaking to my friend, ordering something, and I was speaking in Afrikaans with him. And then the woman heard it, and she started speaking German to me. I don't understand. Когда Анализ была во Франкфурте, она говорила на африканце с одним из своих друзей, и женщина из Германии услышала ее и начала обращаться к ней по-немецки. Но Анализ сказала, что, мол, простите, я вас не понимаю. И выходит так, что немцы понимают, когда африканцы говорят на африканс, а они немцы не понимают. И so, in my country we have so much diversity, and it's one beautiful rainbow nation, and I just love it, and you should come see it sometime. In the African country, the culture is so diverse. And my friends here, Rachel and Malka, is one of the other tribes called Damara. And I would like you to have a quick listen to them. Let me say something to you also. Annalise говорит, что она очень любит свою страну и будет рада видеть всех вас, кто желает приехать туда, посетить эту страну. И она передает микрофон одной из своих подруг, которая из другого племени, которая называется Дамара. У них очень красивый, интересный язык. Я думаю, вам будет интересно услышать, как он звучит. Okay, before we speak our native language, I'd like to introduce myself. My name is Rachel, and good evening, ladies and gentlemen. My name is Nyala Rita. I'm also from Africa. And many times I get the question like, you're from Africa, but you don't look like African. Is one of your parents African and one a Russian, or how?
девушка, которая стоит рядом со мной, она представилась, ее зовут Рэйчел. И девочка, которая стоит рядом, ее зовут Мелвия. И она вот так же, как и Анна-Лиз, часто встречает такие вопросы, что как так из Африки, совсем не похоже. Но она из Африки, клянется в этом, обещает, что говорит правду. Сейчас девочки покажут вам, расскажут вам о своем языке, на своем же языке. Он очень интересный, красиво звучит, как я уже сказала. Просто восхитительный на самом деле. So, Angels. Angels, was the Marisa Chikungaro. I'm here. How was Karo? Hi, but I almost missed the other friend. You only can't answer this to me, but I'm just a man. I'm just a dad. How it's called, but it's me. Yes, I'm new at this. How I'm a set of. What that?